Здравствуйте, уважаемые коллеги. Прежде всего, я хотела до того, как начну мое выступление, еще раз вот поблагодарить этот гостеприимный дом. Несколько лет назад мы здесь проводили конференцию, посвященную Греймасу и вот книге Греймаса «Фонтанея. Семиотика страстей» на русском языке. Я очень рада, что этот дом вот возобновляет свою работу так продуктивно. Спасибо ему за это еще раз. Выступление называется «Времена года и семиотика возраста». Семиотика возраста – это одно из актуальных направлений в европейской, в частности, французской семиотике. Я процитирую такое исследование, которое называется «Семиотика возрастов жизни» семиологов Дару и Фонтанье. Она вышла в 2008 году в Париже. Эти исследования являются частью общей семиотики культуры. Основной вопрос работ в данной области – это как на протяжении жизни у субъекта меняется восприятие проходящего времени. Отсюда такие понятия, как молодежная культура, все, что с ней связано и так далее. И с этой точки зрения нам показалось интересным провести параллель между понятиями «время года» и «возраст». Весна, юность, осень года, осень жизни, пожилой возраст и так далее. И отдельный предмет данного исследования – это гламур или глянец, как пространство вечной молодости и вечной весны. Тему «Время года» и «Семиотика возраста» можно было бы символически обозначить цитатой из стихотворения французского поэта Возрождения, поэта Плеяды Пьера Рансара. Станции, которую он написал незадолго до смерти. «Тот молод, этот стар, конец для всех един, но, Бог мой, сколько он рождает опасений! Нам юность дорога, как свежий цвет весенний, и веет холодом от старческих седин. Цветение юности надолго сохрани, соблазны и вино у мудрых не в почете, напрасно не терзай ни разума, ни плоти, и под конец тебя вознаградят они». Юность, как свежий цвет весенний, холод зимы, седины старости. Осень патриарха, зима тревоги нашей, сладкоголосая птица юности. Осень жизни, как осень года. Параллели между понятиями «время года» и «возраст» в мировой литературе и культуре отнюдь не случайны. Как пишут французские семиотики Даро и Фонтанье, человеческая жизнь, существование, на первый взгляд, представляют собой физиологический путь от роста к убыванию и умиранию. Но этот путь также похож на спектр солнечных лучей, а цвета, как известно, могут интерпретироваться различным образом той или иной культурой или языком. Точно так же и возраст человеческой жизни определенная культура трактует определенным образом. Например, в азиатских культурах возраст ребенка считается не от рождения, а с момента зачатия. Возраст, как он понимается той или иной культуры, результат выбора языка. И он, в свою очередь, подтверждается исторической и культурной сегментацией. Основные сегменты, этапы – младенчество, детство, отрочество, юность, зрелые годы, старость – сегодня, в силу социальных причин, наделяются дополнительными семантическими нюансами. Так, к понятию отрочества добавилось предотрочество или пост и постотрочество. И вот что интересно, границы последнего – современные исследователи видят ориентировочно в 26 лет. Молодое поколение ностальгически не желает взрослеть со всеми вытекающими последствиями в поведении, моде, спорте, музыкальных вкусах. Что касается старости, то этот этап, наоборот, максимально отодвигается или фактически отрицается. Например, в многочисленных рекламных слоганах типа «нет морщинам», «возраст подождет» и так далее. Вплоть до неупоминания самого термина «старость». С точки зрения семиотики культуры, возраст связан с такими феноменами, как восприятие проходящего времени и реакция на него человеческого тела, а как следствие создание соответствующего стиля жизни и формы жизни. Примеры таких особых стилей или форм, желающих остановить мгновение и остаться вечно молодым и цветущим, Дориан Грей Уайльда. Он захотел, чтобы его портрет отражал бремя прошедших дней. Он же сам оставался бы всегда в блеске невинной юности и весны. Еще один пример – бегущий за призраком своей молодости Чанс Уэйн Теннесси Уильямса, сладкоголосая птица юности. «Принцесса, Чанс, надо ехать, Чанс». «Куда? Мне нельзя было ехать дальше своей юности, но я проехал». «Принцесса, ты еще молод, Чанс». «Чанс, принцесса,
Возраст иных людей можно определить по уровню гнили, которая скопилась в них, а по этой мерке я древний старик. Подобно молодежной культуре, элементы которой социосемиотика выявляет и исследует в разных странах и на разных континентах, совершенно особое, одновременно национальное и наднациональное явление представляет собой гламур. Предмет литературного, живописного, кинематографического описания гламур – это особое пространство, семиотическое окно, если использовать терминологию Лотмана, фантастическая территория вечной молодости и весны. Здесь нет места дождям. Хочется вспомнить фильм «Безымянная звезда». Здесь бывают дожди, да, и очень часто. Здесь нет места зиме, слабости и старости. В пространстве гламура выживают существа наиболее сильные и готовые на все. Материалом нашего исследования по теме гламура послужил фильм, а также сценарий, книга-сценарий, фильм Андрея Сергеевича Кончаловского «Глянец», который вышел на российские и мировые экраны несколько лет назад. Было хмурое утро. Она спала. Я смотрел на ее детское, страстно спящее лицо и внезапно почувствовал пространство этой женщины. Иначе не скажешь. Я вошел в пространство ее души и почувствовал, что оно огромно. В нем была любовь, нежность, знание, романтизм, верность, человечность, дружба, юность, чистота. Я вошел в храм. Кончаловский, «Нас возвышающий обман», Москва, 99 год. Цитата, которую в этой книге режиссер посвятил жене Юлии Высоцкой, относится ко времени подготовки фильма, где она сыграет главную роль. Тема пространства – одна из ключевых для Кончаловского, но именно в фильме «Глянец» она становится ведущей. Глянец или гламур – пространство нарисованной весны, искусственной хорошей погоды, сфабрикованной молодости, цена за которую – молодость настоящая. Название картины – «Глянец». В иностранном прокате оно было передано такими терминами, как «глосс», «глянцевая бумага», «гламур». В русском языке эти термины семантически разнятся. Слово «глянец», пришедшее в русский из немецкого, обозначает прежде всего сверкающую поверхность. Термин «глосс» из английского используется в ограниченной сфере индустрии красоты, предпочтение отдается русскому блеск. «Гламур» же, также из английского, который по Оксфордскому словарю 1953 года означал магию красоты, в нашей культуре стал отождествляться с красивой жизнью. Сюжет картины прост. Молодая провинциалка из Ростова-на-Дону, Галя, приезжает в Москву с мечтой попасть на обложку глянцевого журнала и стать подругой миллионера. Вопрос, какой ценой это ей достанется. Свой выбор сюжета режиссер Кончаловский объяснил так. Есть жизнь, а есть сверкающая оболочка, фант этой жизни, у которой нет ни запаха, ни национальности. Глянец – это праздник, который всегда с другими. Блестящий мир, где все люди кажутся молодыми, улыбающимися, симпатичными. Вот почему все так стремятся туда попасть. Эту же мысль продолжает и Юлия Высоцкая, героиня. «Я играю девушку из провинции. Это такая русская Дольче Вита. Многие наши девушки находятся под сильным влиянием глянцевых журналов. Они думают, что где-то есть чудесная жизнь с блондинками, загорелыми мужчинами, яхтами, морем и вечной весной». В комментариях режиссера и актрисы мы видим, понятия гламур, молодость и весна являются синонимами. Интересно сравнить афиши фильма в русском и европейском французском прокате. Термины дополняют друг друга на вербальном и визуальном уровнях. Русская афиша – «Глянец. Горькая комедия о сладкой жизни». Название «Глянец» и картинка – глосс или блеск, как косметический продукт, сладкий блеск для губ. Французская афиша – «Глосс. Ступени славы». Название «глосс» и картинка «глянец» или «блеск» на черном фоне афиши и женских телах как символ гламура. Мир гламура в фильме Кончаловского изначально строится на противопоставлении провинции и столицы, утрированные пространственные контрасты. Ростов, фабрики, серое небо. Москва, поток сверкающих витрин, музыки. Но затем выходит за рамки этого противопоставления на территорию нереального. В глянце этот нереальный мир – модная индустрия и связанный с ней мир богатых.
Как пишет исследовательница Нора Букс в статье «Дэнди с Рублевки», бросающиеся в глаза богатство, шик, блеск и девиз «кто не работает, тот отдыхает» – таковы синонимы российского гламура. Это гламур, который делит общество на два лагеря. Одни живут в роскоши, другие смотрят на эту роскошь по телевизору и в глянцевых журналах. Героиня фильма Галя, здесь вы ее видите, в начале своего пути в Ростове, и когда она приезжает в Москву, как только она попадает в буквальном смысле на территорию гламура, она швея подмастерья у кутюрье Марка Шифера, отечественная копия Лагерфельда, вступает на подиум, заменив заболевшую модель. Вы видите, что происходит. Это пространство гламура проявляет себя как таинственный мир. Сделав несколько шагов в этом пространстве мечты, героиня падает. Соматическое движение возвращает ее в ее мир из того пространства, которому она не принадлежит и принадлежать не может. Мир гламура и глянца – это, по терминологии французской семиотики, третье пространство социального и культурного измерения, территория блестящей оболочки. Оно располагается между центром и периферией, и понятие границы здесь является основополагающим. Гламур представляется наблюдателю как особое время года, постоянная весна. Отмечу, что в видеоролике и на всех картинках, вот когда мы готовили это выступление с моими коллегами, французскими семиотиками, мы довольно давно занимаемся этим фильмом, и вот мы проанализировали, что практически все действие, хотя проходит достаточно много месяцев вот, в фабуле, все действие разворачивается, как ни странно, весной. Спонтанное проникновение в этот мир грозит отторжением, как это показано в эпизоде с дефиле Шифера. Какой ценой происходит легальный переход в пространство гламура? Как указывал Лотман в «Семиосфере», как только периферийный элемент, в данном случае это Галя из провинции, находит свое место в центре, он больше не трактуется как чужой. Он наделяется характеристиками этого центра и в конце концов становится культурной нормой. Обратимся к имени героини – Галя, Галина. Здесь уже содержится возможность интеграции в другой мир – Гала. Я процитирую только два варианта использования этого имени – Гала, знаменитая русская подруга Сальвадора Дали, и название глянцевого журнала «Гала». Как пишет семиотик Зильберберг, пространство везде, мы из него никогда не выходим, мы просто меняем один вид пространства на другой. И в случае с Галей переход в пространство гламура непосредственно влияет на цельность самого субъекта, диктует новую форму или стиль жизни, как это происходит с молодежной культурой, о чем я говорила ранее, то есть определенным отрезком возраста жизни. Новое пространство диктует смену так называемого дресс-кода. Швея из Ростова, с грубым макияжем, безвкусно одетая, превратится сначала в элегантную, с гладкой прической жительницу столицы, служащую брачного агентства, которое ищет невест для миллионеров. Но коррекция личности на этом не закончится. Сама Галя станет невестой по заказу для миллионера, у которого странный каприз – найти жену копию Грейс Келли. И как только агентство получает оригинальный заказ, выбирается именно Галя, ввиду ее физического сходства с Грейс, она превратится в блондинку с прической а-ля Грейс, со скромными, но дорогими украшениями и гламурными платьями. В своем новом доме на Рублевке она одновременно хозяйка и элемент интерьера наряду с мебелью и бронзой. Здесь важно обратить внимание на процесс адаптации, приспособления персонажа к пространству гламура, то есть определенному сезону и возрасту вечно молодой Грейс Келли. Возраст жизни неразрывно связан с телесной памятью, записью или следами времени на нашем лице и теле, отражающими те или иные жизненные события. Как мы говорим, отмеченное лицо, поживший человек и так далее. Вместо опыта пережитого на лицо Гали ложится глянцевый отпечаток гламура, черты кинозвезды, которые призваны напоминать о мифическом мире кино. Вопрос лишь в том, как отреагирует тело персонажа на перенос в это иное пространство и время. А оно сопротивляется. По истории Галя физически плохо чувствует себя в этой навязанной оболочке. В результате она откажется от глянцевой картинки жизни с миллионером и сбежит в Рублевский лес. В конце режиссер предлагает открытый финал.
Первый вариант – убийство Гали в лесу, потому что мир глянца не прощает попыток побега. И второй вариант – уже после финала, когда на экране идут титры, мы видим Галю, она окончательно превратилась в Грейс, и под руку с мужем-миллионером посещает светские рауты. Ее лицо украшает обложку глянцевого журнала «Бьюти», и вот этот самый глянцевый журнал, как и большинство таких изданий, на следующий день оказывается на городской помойке. Далее история выглядит как цикличная. Новое время года, постоянная весна, постоянная молодость, глянец призваны регулярно возвращаться в общество, принося свои законы и фальшивые ценности. Как иронизирует режиссер устами одного из персонажей своего фильма, главного редактора русского издания «Бьюти» в исполнении Ирины Розановой, умные люди сегодня не читают глянцевых журналов, они их издают. Спасибо. Спасибо. Хочу порадоваться, что все идет по программе сейчас, очень точно, скрупулезно. И, пожалуйста, вопросы. Так вы только один возраст взяли? Ну, я как раз, да. Да, да, да. Но мне было интересно вот именно посмотреть, мы и вчера, и сегодня говорили об этом споре между зимой и весной, и то, что зима все-таки исторически побеждает. И вот все-таки как выглядит весна, и причем весна не настоящая. Мне показалось это интересным таким элементом анализа. Почему это, например, в случае Грейс Келли просто по возрасту весна, а не лето? Да. Дело в том, что в фильме даже есть указание на возраст, когда, значит, подбирается кандидатура для будущей невесты. Оказывается, что слишком юные девушки не подходят под вот Грейс, потому что нужно искать что-то в районе 30 лет. Ну вот, наверное, это та самая весна, которая вот на стыке, может быть, весны и лета. Но все-таки, если рассматривать вот весь этот мир гламура, залитые солнцем вот море, эти яхты, цветущие деревья и так далее, все-таки это ближе к понятию весны. Гламур ориентирован на весну. Угу. Как на цветение. Ну, вот, наверное, граница, весна-лето, то есть, может быть, не ранняя весна, не вот открытие мира такое чистое и так далее, а вот весна как бы в пике своем. Но, наверное, чисто говорить, что вот это весна, а это уже лето, немножко сложно, да. Мне кажется, что гламур – это вообще тема, которая ориентирована на ликвидацию возраста как такового. Потому что вот так могла бы выглядеть девушка от 15 до 80 лет, по идее. Это мог это вот другой тема. Вообще ликвидировать как таковой возраст. Да? И, физический возраст. Остается для маркетинга. Потому что для того, чтобы удобнее было продать, например, мыло, его разделяют на 4 категории. Вот зима, весна, лето и осень. То есть здесь вообще снимается тема и сезона года, и сезона жизни человека, и вообще жизни человека. Остается только продажа. То здесь есть просто очень четкая грань, когда жизнь переходит в товар. Вот здесь есть такой момент коммерции, да, и преобразование, то есть как ты перестройка себя, форматирование себя. И, ну, я просто не знаю, я не очень хорошо фильм этот помню, да, насколько фильм заключается вот, в категории продажи, да, и в категории выдуманного мира, да, ну вот то, что вы называете гламуром, насколько там показана вот реальность, да, которая вообще страдает при этом. Конечно, если вы разрешите дополнить, вот очень интересно ваше замечание. Я потому и хотела, вот не знаю, насколько мне удалось в моем выступлении подчеркнуть, что это как бы искусственное время года, да, не настоящее, особое измерение, фальшивое, оболочка. Вот как раз то, о чем вы сказали. Да. Использование для маркетинга, как брендов. Вот использование брендов некоторые понятия, которые, так сказать, имеют другую задачу. Задачу разнообразия. Значит, показать ложное разнообразие, потому что все сделано из одного сосуда, в принципе. Да, тогда туда должны входить все возрасты. Да. А вы показали только, ну вот, да, да. Грейс Келли исключая, но это просто из сюжета. Мы Грейс Келли воспринимаем такую, как зрелую красавицу. Да? Дальше ну вот, да, 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 да. А дальше должны быть все вот это.
Совершенно согласна, и вот, ну, как бы в рамках одного выступления, конечно, трудно коснуться вот всех четырех, да, и сезонов, и возрастов, но вот что касается старости, я немножко вначале об этом сказала, действительно, вот полное отрицание зрелого возраста и старости как такового, к счастью, то, что сейчас наблюдается, вот, ну, скажем, вот мои коллеги-семиотики, которые работают на рекламных там роликах и так далее, сейчас наоборот пошла тенденция, как они говорят, валоризации пожилого возраста, то есть берут, скажем, пожилых актрис для рекламы определенного крема, то есть есть определенное возвращение к, скажем, нормальным лицам со следами возраста и так далее, но это, наверное, дело может быть будущего, а пока вот основная тенденция – это молодой человек, на лице которого не читается ничего, кроме вот вечной весны, успеха и так далее. Почему вы исключили пейзажи из своего, вот, на фоне? Ведь это весна как семиотическая молодость, вот, товарная молодость, она идет на фоне пейзажей всех времен года. Угу. Ну вот здесь чуть-чуть, здесь вот, да, немножко, если можно так увидеть, Ростов весенний, конечно, очень такой, скажем, провинциальный и утрированно, да, показанный. Тем более мода. Да, тем более мода. Но, тем не менее, вот то, что я сказала, это как бы такое постоянное время. Вот весь фильм происходит вот на стыке весны и лета. То есть там нет ни зимних картин, ни осенних. Ты понимаешь, что проходит время, проходят месяцы. То есть она, героиня, какой-то путь проходит, но на пейзажах это никак не отражается.